Всем добрый день. Время уже около 4, 4:30. Блин, ветер какой-то. Я иду на работу. В общем, ко мне сейчас придет мэрша наша. Она. Оказывается, у нас 30 мая опять выборы будут. Но уже здесь местные. У нас, кстати, в Матрели тоже здесь. Выборы в мэр будут. В мэрши, или как там сказать. В общем, она сегодня выступает там. Ну, это как обычно, предвыборная кампания. И придет на укладку. Ну, как мэру отказать, правильно? Да нет, это шутка. Просто она вчера мне позвонила и спросила, может ли она прийти. А я ей раньше всегда говорила. Я вообще, когда мне звонят, я выхожу на работу. Все равно с Чарли гуляю, поэтому я могу сюда доехать спокойно и немного поработать и потом пойти гулять на прогулку с Чарли, правильно? Правильно. Поэтому потом мы поедем на пляж гулять. У нас сегодня погода очень хорошая. Кстати, сегодня была ее мама с утра. Она даже не знает, что дочка придет. Говорит, она вся там в работе, дома. Не обращает ни на кого внимания. Так что вот так. А я сегодня, у меня, оказывается, работы было много. С утра. Задержалась, такая голодная была. Домой бегом прибежала, быстрее есть хотела. Даже не было желания брать камеру в руки. Вот. Думала, что быстренько освобожусь, а нет. Даже, смотрите, полотенце не сложила. Сняла, потому что меня там не было. А сложить их не было времени. Сейчас сложу, пока она не пришла. Она вообще, знаете, не очень пунктуальная. Говорит, допустим, 4:30, а может прийти без 4:55. Не знаю, как так можно на такой работе и не быть пунктуальной. Ну, я, знаете, я сама супер пунктуальная и жду от людей того же. Но иногда такое не бывает. Кстати, смотрите, я достала свои джинсы с прошлого года. Вот они там такие рваные. Внизу. И они мне все хорошо на мне сидят. Этой кофточке уже, наверное, 150 лет. Поэтому я такая вот весенняя. А я такая. Чарли, как всегда, в своем окне. Иностранцы ходят, его снимают. Фотки, он у меня знаменитость. Ладно, буду полотенце складывать, пока нет ее. Смотрите, какой щенок. Это, не знаю, овчарка, наверное. Маленький. Чарли, конечно, не очень нравится его компания. Ну вот, прилепился. Он его пару раз, Чарли, уже прогонял. Ну, видимо, Чарли не может нормально прогнать. Но я ему и не разрешаю. Море, море. Люди даже под зонтиками. Ну, не купаются, смотрите. Загорать, загорают. В принципе, ветерок такой, знаете, прохладный. Хотя, если лежать на гальке... Кстати, вот там, буквально в 100 метрах, намного прохолоднее, чем здесь. Там почему-то ветер больше. Ой, скоро начнем на море ездить, загорать, купаться. Я не люблю просто ездить и загорать. Если я еду на море, то мне нужно купаться. Но так как вода еще леденющая, то подождем. Еще с длинными рукавами хожу. Какое мне море-то. В общем, так. Ходим, гуляем с Чарли. Поработала сейчас. Видите, какая у нас погода замечательная. Весна. Сейчас поеду в Меркадону за сметаной и кефиром. Окрошку не знаю. Может завтра, может послезавтра. Не знаю. Так, Чарли опять свои дела делает. Позвонила в клинику. Назначили нам прививку на четверг. Так что Чарли мой в четверг после обеда испытает стресс. Вот. И немного хотела вам рассказать про свою работу. Потому что, наверное, многие не знают, где, что. Я парикмахер. У меня своя парикмахерская. Небольшая. Вот там, за замком.
То есть мои клиенты — это жители, вот видите, вот этой вот горы. В основном это 60% люди, которые уже пожилые. Потому что здесь осталось очень много, мало людей живут. В основном иностранцы. Потому что все молодые люди спустились вниз. То есть за этой горой начинается весь самый город. Вот. А на горе туристическая зона. Замок, всякие старинные улочки и все такое. В общем, я там одна. Для моих бабушек. А все остальные 40%, они у меня снизу. У меня тоже такие клиентки, которые поднимаются ко мне. Ну, не снизу, вот живут, например, вот на эти улицы, видите, вот так вот, по склонам. Вот. Работаю я там уже 5 лет. Я отучилась, и что-то захотелось мне. Ну, не захотелось, я всегда хотела свое дело. И, в общем, там мне очень нравится, и ни на что не променяю. Работаю я с утра, только с утра, поэтому до обеда. С 10 где-то до полвторого, до двух. Но пятница и суббота я также открываюсь вечером. Тоже с 5 где-то до 7, до полвосьмого, могу и до 9. В общем, до последнего клиента, как говорится. То есть вторник, среда, понедельник у меня выходной. Понедельник, воскресенье — это, естественно, выходной. Вторник, среда и четверг я работаю только до обеда. Я сегодня просто прочитала комментарий, готовлю я кушать на работе. Я не готовлю, потому что нет никакого смысла, потому что я работаю до обеда. Поэтому я почти всегда готовлю, ну, на ночь, чтобы потом приехать и покушать. Вот. А тогда в пятницу и субботу у нас очень большие перерывы в Испании. То есть, считайте, до 2, до 5 у меня есть 3 часа, а то иногда и 4. Я могу закрыться пораньше, я сам себе, как говорится, режиссер. То есть у меня есть время и покушать, и посмотреть телевизор. Живу я в одном городе, а работаю в 12 километрах от того города, где я живу. То есть это разные города. Между ними 12 километров. Каждое утро езжу на работу. Занимает это у меня 10 минут. Вот, поэтому никаких проблем нету, чтобы поехать и домой покушать и все дела сделать. Я раньше открывалась полный рабочий день, но это не было смысла, потому что мои бабушки, мои 60%, после обеда уже никуда не выходят. Они садятся к своим обогревателям зимой, а летом им жарко, они никуда не выходят. Летом также у меня очень много иностранцев, которые стригутся. Иностранные личности, скажем так, женщины, это немцы, в основном французы, англичане. Они не укладывают волос, поэтому они приходят стричься. И, естественно, летом после обеда все люди на пляже. Но летом у меня больше клиентов, чем зимой. Хотя у всех в Испании, ну вот не в Испании, а в наших городах прибережных, все жалуются на лето, я наоборот. Почему? Потому что приезжают люди, иностранцы, вот в эти дома. У них здесь вторые квартиры. Вот. Сегунда резиденция. Они там живут и летом и кайфуют. И ходят ко мне подстригаться. Для них это очень дешево. Они иногда могут оставить чаевые в размере стоимости, допустим, стрижки. Да, и такое бывало. Потому что когда им говоришь цену, они офигевают. Но у меня очень маленький плата за аренду, очень маленькая плата за аренду. Свет, все это, вода тоже небольшой. И за счет этого, в общем-то, нормальные цены держу. Вот, поэтому мне нравится. Меня тоже все там любят, уже знают. Мы друг друга знаем. Вот, клиентуру, конечно, набирала я года, наверное, полтора. Делала разные объявления, разные, знаете, и по радио, разные, ну, вот эти вот бумажки кидала в дом. Все это фигня. Знаете, как, ну, я уже раз говорила пару раз, или, может быть, больше, что действует, как говорится, когда тебя советуют. То есть я кого-то подстригла, а он пошел и говорит: ой, вот эта девочка там хорошо стрижет. Поэтому
Вот это вот да, хорошо действует. Благодаря такому методу я вот набрала своих клиенточек, которые ко мне ходят постоянно. Я знаю уже, кто ко мне, когда придет и во сколько. Поэтому я не переживаю. Ну, бывают, конечно, случаи, когда и новенькие бывают. Что очень хорошо, почему нет. Свадьбы всякие. Вот сейчас начнутся первые причастия. Вот. Так что мне моя работа нравится. Вообще я сам себе хозяин. Хочу закрылась, хочу не открылась. Хотя такого нельзя делать. Почему? Потому что клиенточки мои убегут. Но, знаете, болеть тоже нежелательно. Клиенточки мои убегут. Вот. С одной стороны. С другой стороны, если я вижу, что... Чарли, бамо! Чарли там себе подружку нашел. Что-то, по-моему, собаку тоже Чарли зовут. Чарли! Здесь просто машина, а то бы я ушла. И беги он. Чарли, ми бой! Бамо! Бежит. Ой. Я вот он, когда меня видит далековато, то бегом бежит. Но здесь, мам, дорога, а мне страшно. То он побежит и... Так, этот за нами тоже бежит. И этот тоже бежит. В общем, они все прибежали за нами. Тетё, иди к маме. Прибежал тут ко мне. Ой! Чарли! Чарли! Видали, какой он у меня? Тиропаё! Сейчас буду ругать его. Бенаки! Аки! Тумба! Смотрите, как жопу поднял. Это типа он лёг. Какой? Виноградик растет. Смотрите, сколько виноградик. Конечно, вот тут обрывают быстренько. Но растет. Жарко уже ему. Бегает. Смотрите, муж принес целый пакет лимонов, авокадо. Куда мне столько лимонов? Это я вообще не понимаю. Они еще даже зеленые. Ну, полежат. Авокадо, конечно, я выберу. Ему друг дал. У друга есть. Растут лимоны и авокадо. Я давно уже ему говорю, принеси авокадо. Принес. А я вот сейчас буду делать винегрет. Смотрите, я покупаю вот такую уже готовые овощи. Там вот моркошка, картошка и зеленый горошек и зеленый фасоль. Вода и соль. Все, больше ничего там нету. Я ее сейчас солью. Свекла тоже красная. Ой, красная. Тоже красная, свекла тоже красная. Свекла уже вареная. Тоже ее порежу. Огурчики. Хотела, ну и лук, естественно. Хотела купить капусту квашеную, но так капуста мне нравится валькампу, квашеная капуста. Но валькампу мне не захотелось ехать, поэтому без квашеной капусты. Что-то прям вот винегрета заходилось, ходила, увидела эту банку, думаю, блин, винегрет хочу. И дыньку купила. Арбузов не было, представляете, специально поехала в Меркадон, за арбузами не было. Видимо, завтра выходной, поэтому не особо там что-то было, потому что рыбы очень мало было. Вот, ну, в общем, так. А дыньку вот захотелось, думаю, ну, дыньку возьму. Хотя, зараз, дорогая, ну, блин, ладно. Так что сейчас буду все быстренько постругаю и поужинаю. Это же овощи, правильно? Они же нам не принесут вреда, я так думаю. Будем держать пальцы. В общем, сегодня какой-то день подарков. Мужу подарили еще вот такие апельсины. Там целый пакет вот такой. И помидоры, гляньте, какие. Блин, помидорами пахнут. Жалко, сейчас буду делать это, жарить их. Потому что у меня, смотрите, тут помидоры. Тут помидоры, блин, какие хочешь. Надо их в дело, как говорится. А то мне жалко, я не выбрасываю еду. Поэтому сейчас помою посуду и буду в роботе. Все равно он сам делает все. Буду там жарить. Смотрите, какая туча красивая.
Я тут белье снимала. Решила вам заснять вот такую красоту. Вот такую красоту решила вам заснять. Ласточки в небе кружили. Какое место парковочное. Обалдеть. Буду с вами прощаться вот на такой теме. Красивой. Красиво же? Там у нас с той стороны море. Оно слилось с небом, и поэтому его совершенно не видно. Так люблю подглядывать за всеми. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Завтра у нас выходной, так что что делать будем, я совершенно не знаю. Но если вы хотите быть в курсе, то подписывайтесь под меня. Или на меня. Так что всего вам самого лучшего. Пока-пока!